только самые свежие новости из мира кинематографа. Все секреты создания фильмов. Личная жизнь актеров. И грядущие новинки проката. И все это в одной программе в эфире «Кинокайф». С вами Мария Рунич. И Ирина Вышегородцева. Прильните к экранам, мы начинаем. Да ну сколько можно сидеть в соцсетях-то? Убери телефон. Ай, ну подожди, мне надо еще в Одноклассниках ответить. Отдай телефон. Так, в Телеграме написали. Инстаграм, Вайбер, Ватсап. Все, хватит, нельзя быть настолько зависимой от интернета. Ай, связи нет. Где Wi-Fi? Включи Wi-Fi. Я его отключила. И что мне теперь делать? Программу вести. И почему ты мне всегда все портишь? Я, между прочим, стараюсь ради тебя, чтобы ты не стала зависима от интернета и чтобы тебя не уволили. Знаешь, столько людей сейчас живут в виртуальном мире. Там они знакомятся, встречаются и даже женятся. Ага, или вон фейковые страницы создают и голову морочат людям. А еще хуже, разводят на деньги. Или вообще, как в фильме «Роман по переписке». Ребята общались по интернету 13 лет, и у них появился шанс встретиться. Вот только... Оба героя отправляли друг другу фотографии лучших друзей, и теперь у них проблемка. Как они друг друга узнают? Ну и что, вот они нашли друг друга? Хотя нет, не надо, не рассказывай. Я в выходные его обязательно посмотрю. А еще, кстати, посмотри фильм «Одиночество в сети». Как я посмотрю? Это же книга, а не фильм. «Деревня». Это уже фильм. Снятый, соответственно, по книге популярного польского писателя Вишневского. Сюжет разворачивается в середине 90-х годов 20 века. Главные герои знакомятся в интернете с помощью электронной почты и аськи. После длительного виртуального общения они встречаются в Париже, а вскоре сталкиваются с испытаниями, которые и сыграют главную роль в их отношениях и в жизни каждого из них. Основную часть романа занимает виртуальная переписка главных героев в интернете. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему автор дал имя только главному герою? А вот, кстати, в отличие от книги, в фильме и у главной героини есть имя, и там ее зовут Эва. Роман и фильм получили неоднозначные отзывы со стороны читателей и до сих пор является активно обсуждаемым на различных форумах. Следующая новинка этой недели – «Человек-паук через вселенные». Мы все знаем о Питере Паркере. Он спас город, любился, а потом спасал город и снова, и снова. Но все это в нашем измерении. А что, если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные люди-пауки, и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом. Только новостей в мире кино, даже не знаешь, с чего начать. Вот, например, назван гонорар Генри Кавилла за каждый эпизод «Ведьмака». Очень интересно. Я даже не знаю, кто это. Ну а вот «Чудо-женщина» решила стать Бэтменом. И где только ты находишь такие новости странные? Не нравится? Ищи сама. Ну вот, например, Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо объявили о новом совместном проекте. Они вновь объединяют усилия и таланты на съемочной площадке. Их очередной совместный проект будет основан на произведении Дэвида Гранна «Убийца цветочной луны». Действие романа, описывающего реальные события, происходит в 20-х годах прошлого века. А в центре сюжета серия загадочных убийств в Оклахоме, расследованием которых занимается только что созданная ФБР. Вероятнее всего, съемки стартуют летом 2019 года, с прицелом на премьеру в середине следующего года. Официально прокатный график пока не уточнился. Ранее Скорсезе и Ди Каприо планировали экранизировать другой роман о серийных убийствах – произведение Эрика Ларсена под названием «Дьявол в белом городе». Но этот проект так и не был реализован. На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Рунич и Ирина Вышегородцева. До встречи на канале 16. Пока-пока.